Поворот на пятак. Приехал Еремчук. Кара поборолся. Еремчук на перехвате. С неудобной отдает Галузину, но отскочила к Волгину. И только теперь Галузин вступает в игру. Хитрая подкидка. Они видят прекрасно друг друга. Не всегда просто эти передачи проходят. Вот опять Галузин через центр. Бросок. Гол 3-0. Борис не заберет этот матч. Да, какая-то сумасшедшая уверенность в своих силах игроков «Витязя». И уже какое-то упаческое настроение игроков «Барыса».